Ученые различают время астрономическое, скорость вращения Земли вокруг Солнца и своей оси, и биологическое, скорость физиологических процессов в организме. Несовпадение биологического и астрономического времени приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, настроения, к раздражительности и нарушению сна. Итак, за трое суток эксперимента внутренние часы Михаила отстали более чем на 10 часов. Ольга была гораздо точнее, она ошиблась всего на 6 часов.